Отчет управляющих компаний перед жителями. В какой форме проходит отчет? Как должна работать добросовестная управляющая компания? Кто и по каким критериям составляет рейтинг УК? Об этом поговорим с руководителем регионального центра ЖКХ «Контроль» Виктором Часовских в прямом эфире программы «Город С» в 18.15. Вопросы задавайте по телефону 202 11 22.